Здравствуйте, друзья. Светлана имеет сказать пару слов. Кому, Света? Домашним хозяйкам. Домашним хозяйкам. Скажи пару слов. И на самом деле вообще всем. Давай. Дело в том, что я очень страдала от того, что все люди пьют чай, кофе и так далее. От чая и от кофе остается желтая накипь на всех чашках. Чашках, не на зубах. Ну, зубы само собой, но про зубы я не буду, я не специалист. Так, про чашки давай. Про чашки, да. И остается желтая накипь. И вот эти посудомоечные средства обычные, которые, во всяком случае, у нас в Америке продаются, они вот эту желтую накипь не смывают. Да ты что? Более того, даже посудомоечная машина эту желтую накипь не смывает. То есть приходилось что делать? Там once in a while, да, однажды там в какое-то время. Иногда. Иногда брать соду и оттирать все эти чашки. И, в общем-то, это довольно мутатошное занятие, если представить себе, что все чашки нужно вынуть и все чашки пооттирать. Но сода брала. Сода брала, но это реально тереть нужно, да, так, чтобы это все оттиралось. И это все ужасно было. Я все время переживала. У меня когда-то, когда мы только самый первый дом купили, там еще была машина, наверное, 50-х годов, посудомоечная. Так. Вот она это все оттирала. Современные машины, да, ничего не оттирают. А я думал, ты когда начала, думал, ультразвуком надо. Но. И тут вдруг, совершенно недавно, мне пришел имейл от нашей Софии. Она его сделала форвард от кого-то еще. Так. София это наша сотрудница, работник, в компьютерской. Да. То есть я не хочу себе присваивать вот это ноу-хау. Я хочу сказать, что я просто воспользовалась. То есть как просто все в этой жизни нужно брать и делать. Так. И вот там было написано, что люди заболевают раком не потому, что там что-то такое, а потому, что они моют посуду дишвошером, и этот дишвошер смыть невозможно. И действительно, после него остается такая мыльная пленка, которая очень долго не смывается. То есть типа от химикатов, которые используются для мытья посуды, да, вот от этого люди умирают раком. Да, от рака, заболевают раком. Заболевают раком, так. И они советовали разбавлять 50 на 50, то есть один к одному, разбавлять вот это дишвошерное средство. Да. Жидкое мыло, разбавлять один к одному обычным уксусом. Ну, то, что уксус чистящий, Хотя уксус сам по себе, там, это раствор, там, 1-2%. Да, но если ты будешь просто уксусом там убирать, это вообще неплохое средство. Я знаю, я и полы мою, там, добавляю уксус, воду разбавляю. Это неплохое средство, но я как-то никогда им именно посуду не мыл. Но я подумала, слушай, хорошая идея, действительно, да, как профилактика рака и все такое прочее. Значит, купила я это... купила я этот уксус и разбавила вот это моющее средство один к одному. Так. И была просто потрясена в хорошем смысле. Так. Полученная смесь совершенно начисто смывает всю эту желтую накипь от чая и кофе. То есть, ты имеешь в одном пакете сразу два. Стоп. То есть, ты не имела в виду изначально, что это будет для чая и кофе. Ты думала, что это просто... Разве нет? А я не знаю. Ты имела в виду, что это будет просто как снижение риска заболевания раком. Я просто последовала совету, потому что очень многие люди, прочитав этот имейл, просто забросили его, никогда ничего не сделали. Да. А мы специально, помнишь, в прошлые выходные купили бутыляку этого уксуса. Помню. То есть подготовили специально. Помню. Вот. И потом я вот обнаружила, что вот так он работает. И хочу сказать, что это совершенно потрясающе, потому что само вот это дишвошерное средство посудомоечное, оно неплохое, но если жирная посуда, оно моментально все снимает, но с помощью вот этого уксуса действительно посуда ополаскивается, на ней не остается пятен вот от этой твердой воды, да, накипи вот от этих минералов, которые растворены в воде, то есть стекло получается совершенно чистое и гладкое, и плюс тому, если нужно вот жирное мыть, все смывается. То есть я просто потрясена этим и, в общем, хотела этим положением поделиться с остальными, потому что я считаю, что это очень приходит классно. Приходит мысль так неожиданно в голову, что если бы не было вообще никакого дишвошера, а был только уксус, жирное, может быть, и не смыло бы, а вот, допустим, чай и кофе и так бы смыло. Нет, но дело в том, да, конечно, но вообще рекомендуют ополаскивать, даже волосы ополаскивают уксусом, чтобы они блестели. Но вопрос в том, что вот такое удивительное сочетание, что тебе не нужно отдельно брать соды, отшкрябывать все чашки, ты просто моешь посуду и все смываешь. Вот это меня переполнило таким воодушевлением, и я решила поделиться. Хочется назвать это видео «Удивительное рядом». Счастливы, друзья. Надо назвать удивительное рядом, двоеточие, в помощь домохозяйкам. Естественно. Удивительно. Это не сбивай меня. Значит, все, друзья, мы идем в магазин, потому что мы хотим купить чего?
замечательную маленькую молоденькую свежую капусту. Все, мы за капусткой, а вы чистите вашу посуду. Счастливо! Да.